Абсолютный премиальный сегмент – это модель микроволновки 2451. Она включает в себя и кварцевый, и тэновый гриль, и конвекция, которая с предварительным нагревом и без предварительного нагрева. 11 уровней мощности. Более того, здесь также есть два комбинированных этапа. Вот такая вот форма для выпечки, или можете называть его поддон. Для приготовления на гриле здесь можно выпекать пиццу, пироги, там обычный круглый пирог, квадратный пирог. Она действительно может заменить и мини-духовку, и мультиварку, и микроволновку, и тостер в том числе, еще и аэрогриль. Трехэтапное приготовление, то есть уже можно три температурных режима запрограммировать. Ну, например, готовите плов там или, например, борщ. Вам нужно там зажарить, потом отварить мясо, потом чуть-чуть уменьшить огонь, скажем так, да, тепло, воздействие тепла для того, чтобы это не так сильно кипело. То есть вот вам, пожалуйста, три разных температуры, три разных времени. То есть полноценно вы можете сварить борщ, приготовить плов в микроволновке, пиццу, пирожки, пироги любые, багет хоть, потому что в режиме выпечка работает сразу и тен, и кварц, и конвекция.